Всем привет, с вами Прия. Сегодня вскрываем недельные сундучки. Вот, и надеемся, как говорится, на хороший лут. Может, что-то упадет нормальное. Или нет. Да упадет, упадет. Поехали, чекаем. Нормально. Ну, типа, на самом деле пойдет. Я срежу число некоторого крита и одену полезные статы. Ну, то есть у меня были такие же ноги 915 до того, как я дропнул 940-е, так что вполне неплохо на самом деле. А статстик этот мне вообще не нужен. Все, продаем его. И вот так сделаем. Все, можно дальше на платину прыгать. А, на паладина, говорю, да, прыгать? Ну, хорошо. Нет, или... Да. Ладно, поехали. Нет, ну ты серьезно? Второе КД подряд мне падает пояс. Нормально, нормально. Нормально, нормально. 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 Это, ребят, это баланс. Ну, смотрим, что сейчас на паладина упадет, хорошо. Ну, паладина запястье, конечно. Наоборот, упасть не могло. Вот поэтому надо было сначала на паладина все-таки заходить. Я сказал, говорю, заходим на паладина, сам на ДК зашел. Это все из-за этого. Да уж. Ну что, ластовый друид? Что, может, ему что-нибудь упадет, может, легендарочка какая-нибудь выпадет даже. Колечко. Ну, колечко достойное на самом деле, хорошее. Вот почему, я не знаю, но это бред какой-то. Ну, что такое? Почему на ДК мне падает вторую неделю пояс, при условии, что у меня легендарный, а на других моих твинков падает, ну, такой, типа, достойный лут на самом деле. То есть, который для ДК... Кстати, для ДК колечко мне бы не зашло, потому что у меня 940-е легендарное. Разве что только в ротацию легендарок, не более. Вот. Но это что-то... Нет, ну не то. Ладно. Сегодня у нас рейд будет. Вот. Не один, а два даже, возможно. На стриме сегодня будет рейд. Так что, если вам интересно, вот, заходите. А то вы меня вечно мучаете вопросами по типу... Вот, Макс, типа, чё там... Там, я не знаю, там... Как там в рейде те классы, другие классы. Так вы приходите на рейдовые стримы. Чё вы мучаете меня тогда, когда я там плюсы фармлю? Проклятые эти. Ненужные никому. Бесполезные просто. Ну, плюсы в смысле не вы, а то вы сейчас подумаете на себя еще, что вы бесполезные. Ладно, всех вам благ, как говорится. Счастья там, здоровья. Вот. И берегите ноги. До скорого.